мамой здесь не будет ничего, никаких творческих особенно сверхзадач. Это будет такой, ну, просто вот портрет, самый простой, элементарный. Ну, типа, как что вижу, то и изображаю, то есть без каких-то там творческих поисков, такой быстрый, даже скорее-то этюд или набросок. Но, тем не менее, такие портреты делали там старые мастера. Сейчас я пытаюсь просто общую форму лица взять. Ну, как бы вылепить его как бы скульптурно и разобрать на свет и тень. Найти сходство. Вот, отлично сидишь, Рустик, так и сиди. Я думаю, что Рокси скоро тоже отошел. Да, я тоже надеюсь. Но он тут. Да, он тут не тянет. Вот здесь. Вот здесь, да? Не могу встать. Все, Рустик. Конечно, потом. Здорово, да? Рустик, я тебе дарю. Оказывается, Серов свой самый быстрый портрет сказал, да? Я тебе маме все скажу.